другой анекдот, который у нас вот в программе «Секс по-советски». Значит, анекдот такой. Муж приходит домой, жена говорит: «Слушай, ты ножку от стула можешь починить?» Он говорит: «Я тебе что, стулер, что ли?» На следующий день приходит, жена говорит: «Ты кран в ванной можешь починить?» Он говорит: «Я тебе что, водопроводчик, что ли?» На третий день приходит, она ему говорит: «Слушай, ты можешь звонок в прихожей починить?» Он говорит: «Я тебе что, электрик, что ли?» На четвертый день приходит, все починено, все работает. Он говорит: «Это кто?» Она говорит: «Это сосед, тебя же не допросишься. Я, говорит, соседа попросила». «Ну и что?» А он говорит: «Пожалуйста, я починю только одно из двух. Либо ты мне споешь, либо сама понимаешь, что». Муж говорит: «Ну и что ты ему спела?» Жена говорит: «Я тебе что, певица, что ли?»